В этом году турнир памяти выдающегося тренера по хоккею, заслуженного работника отрасли физической культуры и спорта Российской Федерации Евгения Куницына пройдет в нашем городе в 10-й раз. Эти соревнования – своеобразная подготовка к новому хоккейному сезону. Сейчас немножко другой этап и задачи другие – посмотреть состав, наигранность звеньев. Сейчас идет такой контрольно-подготовительный период, где уже остается немного времени до чемпионата, где надо уже внести какие-то коррективы, изменения может поменять тройки, пары и уже быть в полной боевой готовности перед чемпионатом. Наш город на турнире будет представлять команда юношеской хоккейной лиги, игроки 2002 и 2003 годов рождения, которые тренируются в спортивной школе «Саров». Их соперниками станут команды «Торпедо Нижний Новгород», «Дизель» из Пензы и «Мордовия Саранск». Школы эти я знаю, как они играют, в какой хоккей, тренеров знаю. Так что ничего сложного, ничего страшного здесь нету, со всеми можно играть, всех обыгрывать. Главное, как ребята будут настроены и как они будут доставать из себя изнутри. Официальное открытие турнира состоится в четверг, 22 августа в 18 часов в Ледовом дворце. Сразу после этого пройдет матч между саровской командой и пензенским «Дизелем». Завершатся соревнования в воскресенье. Полное расписание игр можно посмотреть на сайте Департамента по делам молодежи и спорта. Вход на матчи свободный для зрителей старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».